Здравствуйте, новости Москва-Баку. Лидеры более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от колониализма Франции, в среду собрались в столице Азербайджана на двухдневном первом съезде за независимость. Съезд проходит при поддержке так называемой Бакинской инициативной группы. В работе съезда в качестве почетных гостей также приняли участие три организации с островов Бонайре и Сен-Мартен, которые являются колониями Нидерландов. Участники съезда, среди которых политики, дипломаты французских территорий, борющихся за свои права и независимость, в рамках обсуждений пришли к выводу о необходимости создания единой платформы для ведения более активной и эффективной борьбы с колониальной политикой Запада. В частности, министр иностранных дел Новой Каледонии, который относится к французским территориям, Микаэль Форест заявил, что Франция должна создать все условия, чтобы представители каждого народа могли пользоваться своими правами. «Мы не враждуем с французским народом. Однако должны быть созданы все необходимые условия, чтобы представитель каждого народа мог пользоваться своими правами». Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на съезде заявил, что структура намерена финансово помогать семьям, арестованных во время недавних беспорядков во французской Новой Каледонии, где люди вышли на улицы, чтобы бороться за свои права. Как отметил Аббасов, некоторые представители семей задержанных принимают участие в Бакинском съезде. Также, по словам азербайджанского представителя, Бакинская инициативная группа предоставит возможность бесплатного обучения в Азербайджане для молодых людей с территорий, борющихся с колониализмом. Он анонсировал, что в рамках предстоящей в ноябре в Баку климатической конференции ООН также будут подняты проблемы неоколониализма. Напомним, что Азербайджан за время своего председательства во второй крупнейшей в мире международной организации «Движение неприсоединения» стало активно поднимать проблему борьбы с западным колониализмом. В июле 2023 года в Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро движения неприсоединения была создана так называемая Бакинская инициативная группа, ориентированная на ликвидацию колониализма. Россия в рамках идеи построения справедливого миропорядка сегодня также активно поддерживает борьбу с политикой колониализма. 11 июля президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Санкт-Петербурге сравнил использование Западом правил, которые он для всех пытается прописывать, с классическим колониализмом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с женой прибыл с рабочим визитом в Великобританию. Пашинян примет участие в 4-м саммите Европейского политического сообщества по поддержке Украины. Открытие пройдет завтра в городе Вудсток. Ранее саммитом Пашинян даже прервал свой отпуск. Как сообщает пресс-служба премьер-министра Великобритании, запланированы двусторонние встречи Никола Пашиняна. В саммите Европейского политического сообщества примут участие 45 лидеров государств и глав правительств, а также представители НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. Основной темой мероприятия станет поддержка Украины, а также второй в этом году так называемый саммит мира по украинскому вопросу, который киевский режим хочет провести в ноябре. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже заявил, что на саммите будет озвучен призыв не быть сторонними наблюдателями и продолжать оказание военной и финансовой помощи Киеву. Также темами саммита станут энергетика, инфраструктура, кибербезопасность, противодействие торговле людьми, дезинформации и проблемы миграции. Стоит напомнить, что во время предыдущего саммита Европейского политического сообщества, который прошел в конце прошлого года в испанской Гранаде, премьер-министр Армении провел переговоры с Зеленским. Пашинян не раз заявлял, что Армения не является союзником Москвы в вопросе Украины. В МИД России активизировавшиеся контакты Еревана и Киева охарактеризовали как демонстративное заигрывание с теми, кто агрессивно противостоит Москве, и как попытки разрушить российско-армянские отношения. Европейский совет одобрил предложение Еврокомиссии начать переговоры по либерализации визового режима с Арменией. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатический источник. Следующим шагом Европейская комиссия должна объявить, когда именно начнутся переговоры с Арменией по данному вопросу и какой план действий она предложит Еревану. Подразумевается, что в рамках процесса будут представляться ежегодные отчеты о выполнении Арменией своих обязательств, и так в течение нескольких лет. Сколько процесс будет длиться, для республики неизвестно. В случае некоторых стран, например, Молдавии, это заняло от 3 до 4 лет, Грузии – 5, Украины – 9. Переговоры с Турцией ведутся уже более 10 лет.
В принятом сегодня Евросоветом решении по Армении говорится, что требование о визах будет отменено только в случае полного соблюдения республикой всех необходимых критериев. Отмечается, что в случае, если ЕС что-то не понравится, может быть запущен механизм остановки либерализации визового режима, как это сейчас случилось с Грузией. Армения в последнее время выбрала путь все большего сближения с Западом. Пример Армении периодически заявляет, что Ереван готов быть настолько близок с ЕС, насколько это возможно. Азербайджанские военнослужащие продемонстрировали траншейный бой в рамках международных учений «Единство-2024» на полигоне Аймаша в Казахстане. Кроме того, как заявили в казахстанском министерстве обороны, на учениях военные из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана провели операцию по ликвидации боевиков незаконного формирования. Действия развернулись на полигоне Аймаша, где военнослужащие стран-участниц отработали 17 тактических эпизодов. Все они были подчинены единой учебно-боевой задачи обнаружить, заблокировать и уничтожить незаконные вооруженные формирования, стремящиеся захватить территорию и создать государство-халифат. В рамках завершающего учения эпизода военнослужащие выполнили задачу по уничтожению незаконных вооруженных отрядов в акватории прибрежной зоны Каспийского моря. После состоялся торжественный проход боевой техники и авиационных средств. За учениями наблюдало руководство Министерства обороны 5 стран-участниц, в том числе азербайджанский министр Закир Гасанов. Накануне азербайджанская делегация во главе с министром вместе с делегациями других стран-участниц посетила военный ракетно-артиллерийский корабль военно-морских сил Казахстана. Они понаблюдали за показательными выступлениями военных моряков, кроме того, посетили водолазный центр казахстанского ВМС и воинскую часть. Учения стартовали 8 июля и завершились сегодня. В них приняли участие военнослужащие подразделений «Командос» сухопутных войск вооруженных сил Азербайджана, парашютно-десантная и поисково-спасательная группа и самолеты Су-25 ВВС, а также сторожевые десантные корабли ВМС страны. Всего в учениях были задействованы около 4000 военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники 5 стран-участниц. Еще больше информации читайте на нашем сайте и в телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео.